Ну, сейчас в качестве эмиса прозвучит пьеса испанского скрипача и композитора Пабло Сарасате «Наварро». Пьеса для двух скрипок. Солисты, лауреаты международных конкурсов Денис Саттаров и Павел Сарочкин. Партия ударных Елена Рожкова и Наталья Горшко. Одна из них пианистка, заслуженная артистка Республики Татарстан, другая скрипачка, лауреат международного конкурса. На скрипке и на фортепиано они подрабатывают в оркестре, основная профессия. Ударные.